Добрый день, уважаемые трейдеры! Вас приветствует компания WinOption Signals. И сегодня у нас на рассмотрении индикатор для бинарных опционов ASK. Данный индикатор является сигнальным и работает только в реальном времени. Суть индикатора заключается в том, что он анализирует цену текущего бара, сопоставляя ее с предыдущими формациями, и когда возникает закономерность, появляется сигнал. Преимуществом индикатора является то, что он не требует фильтров или дополнительных сигналов. И по заявлению разработчика, его прибыльность составляет не менее 82%. Но забегая наперед, хочется отметить, что, к сожалению, такого результата данный индикатор не покажет. И все же индикатор может генерировать хорошие сигналы, из которых 60-70% будут прибыльными. Также обратите внимание на то, что индикатор являлся платным и стоил 3450 рублей, но с нашего сайта его можно скачать бесплатно. Для данного индикатора подойдут любые таймфреймы, а экспирация может составлять одну свечу, но также стоит отметить, что использовать можно и более долгую экспирацию. Устанавливается индикатор стандартно в терминал MetaTrader 4. Подробную инструкцию по установке индикаторов можно найти в данном видео. В нем подробно рассказывается о том, как правильно устанавливать индикаторы в терминал MetaTrader 4. А теперь давайте перейдем на реальный график и рассмотрим правила торговли по данному индикатору. К сожалению, данный индикатор не работает на истории, и сигналы по нему можно увидеть только в течение реального времени. И как становится понятно, для покупки опциона Call необходимо, чтобы появилась стрелочка, направленная вверх. А для покупки опциона Put необходимы стрелочки, направленные вниз. Если говорить о цифрах, которые появляются рядом с сигналами, то они означают силу импульса, после которого был и сформирован сигнал. По заверению автора индикатора, чем больше данная цифра, тем сильнее сигнал. Но как показывает практика торговли с данным индикатором, эти цифры не имеют особого практического значения. И даже со значением 0 сигнал все равно может быть прибыльным. Сигналы данный индикатор генерирует довольно редко, и за целый день можно получить всего около 6 сигналов, из которых 2 или 3 будут в нерабочее время, то есть либо до 8 утра, либо уже после 6 вечера. Из-за того, что данный индикатор генерирует редкие сигналы, довольно сложно провести тестовые сделки и оценить его прибыльность. Поэтому давайте прогоним его в тестере и посмотрим, какие сигналы он сгенерирует. Время для тестов будем использовать с 8 утра и до 6 вечера, так как до 8 утра или после 6 вечера нет смысла торговать из-за падения волатильности. А для тестового дня будем использовать 18 июня. И при желании каждый сможет лично протестировать данный день и посмотреть на эти сигналы.
Как можно видеть, в диапазоне с 8 утра и до 6 вечера можно было бы получить 3 сигнала, и все из них принесли бы прибыль с использованием экспирации в одну свечу. Для увеличения количества сигналов можно использовать множество валютных пар одновременно. Но в таком случае не стоит забывать про правила мани-менеджмента и соблюдения рисков, так как чем больше сигналов, тем и больше возможность получить прибыль, но также и возможность получения убытка тоже возрастает. Если данное видео было для вас полезным, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить обзоры интересных стратегий и индикаторов, а также других тем. Удачной торговли!